Начну корректировать овальную форму светом. Для этого я должна подобрать светлые оттенки на 2 оттенка светлее, чем кожа, чтобы это было заметно. Нанесем светлый цвет на темные участки лица. Темные участки лица – это зона под глазами, зона между переносицей. Сейчас я высветляю носогубные складки. Опять же, у моей модели они не такие очевидные, но я показываю их зону. Если вы наносите свет на темные участки, на темные линии лица, эта зона как бы приподнимается и возвращает свой натуральный объем. Наносим светлый оттенок под нижней губой. Движения должны быть очень быстрые и точные. Если вы будете очень долго это делать, то вы, получается, что вы наносите и тут же стираете. Я называю этот тип коррекции свечение цветом.